Здравствуйте, уважаемые посетители и зрители канала «Про цветок». Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую. Приветствую я вас для того, чтобы рассказать о тех проблемах, с которыми сталкиваются хвойные растения в течение зимы. Зима – очень сложное время для растений. То мороз, то оттепель, то иссушающий холодный морозный ветер, то еще какие-то проблемы в виде солнечных ожогов, а я уже не говорю о мышах, зайцах и прочих любителях полакомиться корой и прочими частями растений. Но хвойные растения, в отличие от многих других, ну, собственно, от лиственных, еще и страдают очень сильно от вот таких вот снегов, обильных снегопадов. С чем это связано? Хвойные растения от всех остальных отличают то, что они сохраняют в полной мере свою листву. За листья у них иголки и чешуи. Несмотря на то, что на улице мороз, зима, погода неблагоприятная для роста и развития растений, хвойные растения продолжают, пусть медленно и слабо, но все-таки функционировать. Они продолжают подтягивать воду из глубины почвы, а также испарять ее через поверхность своих листьев. Для того, чтобы осуществлять этот процесс, на внутренней стороне хвойных растений вы можете увидеть беленькие полосочки. Это скопление устьиц, через которые даже зимой хвойные растения испаряют влагу. Конечно, большую угрозу вот эти кучи снега на хвойных растениях создают в связи с возможностью механического повреждения ветвей, всевозможных поломок. Но препятствие нормальному функционированию и процессам испарения влаги вот эти кучи снега на ветвях также создают. Для того, чтобы избежать проблем выращивания хвойных растений, необходимо обязательно избавляться от вот таких вот, до такого налипания и насыпания снега. Как с целью предотвращения механических повреждений, так и с целью предотвращения физиологических нарушений, которые происходят в растении из-за обильного снегопада. Дополнительную угрозу создает таяние вот этого снега и дальнейшее образование наледи. Наледь полностью закупоривает дыхательную систему растения, которое, как я уже сказал, и дышит, и испаряет влагу, и даже может фотосинтезировать в течение зимы. И в этом случае мы можем наблюдать частое ослабление вплоть до полной гибели растений из-за вот таких вот неприятных зимних температур и погод. Между прочим, тот факт, что хвойные растения в течение зимы и испаряют влагу, и продолжают хоть и медленно, но функционировать, подтверждает необходимость проведения пересадки хвойных растений только в весенний период. Ведь в осенний период, когда мы повреждаем корневую систему хвойных растений и высаживаем их, в течение зимы растение не может обеспечить себя вот этой необходимой влагой из земли, корневая система не функционирует нормально, и растение может какое-то время в апреле, в мае выглядеть нормально, но к концу мая и даже в июне месяце оно может полностью погибать. Это связано с осенней пересадкой хвойных. Это не касается растений, которые в осенний период высаживаются, если они были выращены в контейнерах. Между прочим, Новый год недалеко от нас. И нужно помнить, что когда вы приобретаете ель в контейнере, в этом случае надо быть точно уверенным в том, что эта ель действительно была выращена в контейнере или дерево. Стоят они недешево, но недобросовестные продавцы частенько вырубают растения из открытого грунта и просто высаживают в контейнер без всякого процесса выращивания в контейнере. В этом случае такое дерево, даже если вы его подержите неделю, максимум две дома, но лучше больше недели его дома не держать, оно будет просыпаться и будет плохо приживаться. Но если вы планируете его пересадить, в любом случае убедитесь, что такое дерево выращено в контейнере, потому что без корневой системы, будучи пересаженное, в том числе зимой, растение оно не будет никогда. Таким образом, одним из важнейших мероприятий по уходу за хвойными растениями в зимний период является отряхивание их от налипшего снега. И особенно это важно в том случае, если обильному снегопаду
В последующем сопутствует оттепель и ночные морозы. Это то, что формирует наледь на ветвях. Если вы хотите иметь действительно красивый, ухоженный хвойный сад, в этом случае и можжевельники, и ели, и сосны, и пихты, и многие другие хвойные растения должны обязательно быть защищены от вот этого самого снега. Что ж, надеюсь, наши советы будут помогать вам держать сад в полном порядке, не переживать за то, сохранится ваш сад или нет, здоровым к весне и лету, и правильно пересаживать хвойные растения, а также правильно выбирать их в магазине. Ведь растение, выращенное в контейнере, всегда будет иметь корешки, тонкие молодые корешки, которые будут видны из отверстий этого контейнера. Поэтому правила очень простые, но очень эффективные. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам приятных новогодних и рождественских праздников. До новых встреч на канале Процветок.